На Поклонной горе в Москве стартовал автопробег в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Организаторами пробега выступили ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь. Совместная война, те потери, цена достигнутой победы нас прочно объединила. Поэтому в этом году у нас 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Естественно, мы помогаем нашим братцам провести данное мероприятие. Маршрут пробега затрагивает самые памятные места сражений. Берем субъекты, регионы, которые непосредственно примыкали к территории Беларуси, на территории которых осуществлялась концентрация войск для проведения операции «Багратион». Это 5 субъектов. И в дальнейшем по хронологии освобождения городов на территории России, Белоруссии пройдет автопробег с проведением мероприятий такой значимой массовой направленности. На старт пробега вышло около 40 экипажей. Однако в начальной точке трудно оценить масштабы мероприятия. Вот движение по маршруту, подсоединяются байкеры, подсоединяются общественные организации, любители автомобилисты, дети, спортсмены и так далее. Количество автомобилей становится вместо 1 сотни, несколько сотен. Несколько мероприятий по ходу пробега напомнят о мужестве и жертве советских солдат. Ровно в 4 часа, то есть в тот час, когда началась Великая Отечественная война, в Бородино участники автопробега зажгут свечи в память о погибших. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости.